Даже на пенсии есть место творчеству, подумал так Николай Захаренко, взял внуков и смастерил кукольный театр. Сейчас в репертуаре 13 разных постановок. Для детей есть зимние, есть летние, показывает в зависимости от времени года. Репка, колобок, айболит, красная шапочка, сказка о рыбаке и рыбке, цифры, соломенный бычок, щелкунчик, 12 месяцев, вчера на хуторе близ Диканьки, телефон, девочка, Снегурочка, Морозка. Фух, устала перечислять. Николай Николаевич, как находите время, как не устаете? Столько постановок. Ну как, ну не досыпаем, не доедаем. Даже так. Работаю в основном утром, когда все отдыхают. Вот, я... воодушевление, тишина, спокойствие, и утром свежая голова, и ты успеваешь что-то сделать очень интересное. Декорации, ширма – все это Николай Николаевич смастерил сам. Внуки помогали, разукрашивали дощечки, писали сценарий. Выступают обычно втроем. Один внук сейчас в Москве, поэтому сегодня дуэт. Премьерная постановка «Соломенный бычок». Вот схема, как все двигается. И вот это вот, если останутся двое детей – здесь им будет легко знакомиться с этими движениями. Ну, а ты разберешься, вот что здесь? Разберется. Нет. Ну вот, написано, кто это, бычок. А мне даже разбираться не надо, потому что я знаю, что куда надо ставить. Она просто знает. Театр хоть и мини, тут, как мы видим, все серьезнее некуда. На каждую премьеру есть своя афиша, самодельная. Название театру доверили выбрать внучке. Она, недолго думая, назвала его в честь себя – театру Миланы. Сколько тебе лет? 10. Каково в 10 лет иметь уже собственный театр свой? Очень круто. Что ты думаешь? Ну, это очень классно, когда у тебя есть занятия, и ты не только проводишь время в телефоне. К слову, пару месяцев назад Милана, благодаря дедушке и своему кукольному театру, заняла 3-е место на школьном конкурсе сказок. Показала спектакль жюри, все были в восторге. Театр этот семейный, кстати, сегодня ему исполняется ровно год. С Николаем Захаренко мы познакомились еще прошлым летом. Тогда он рассказал, как из теплицы сделал мини-театр и показал нам первый спектакль. «Красная шапочка». Семейный театр сегодня впервые на гастролях. Заехал к деткам из Украины в санаторий «Тиротекс». Мы на даче сидели, обсуждали, что же сделать такое интересное и что же сделать такое, чтобы детям понравилось и осталась память. Мы остановились на том, что у нас очень много приезжих, вот, и решили оставить память о нас для них, чтобы они видели, какие мы добрые, хорошие, веселые. Николай Николаевич – человек с миллионом разных идей. Кажется, он уже знает, какой спектакль будет следующим. «Барон Мюнхгаузен». Текст готов, теперь только осталось декоры делать. Их тоже будет такое же количество, как у Айболита. Наверное, 40-50. Николай Николаевич пообещал, на премьеру нас обязательно пригласит. Поэтому ждем.